Считают террористами этих людей только те, кто заинтересован в том, чтобы их так называть. По определению они террористами никак быть не могут, потому что агрессия происходит по отношению к ним, по отношению к их земле, по отношению к их дому, где они живут. И они совершенно справедливо вышли с оружием в руках защищать свое отечество. Для меня они герои, однозначно.